Двое подростков 12 и 13 лет напились самогона и оказались в больнице. Инцидент произошел в Аргееве. Тревогу забила мать одного из мальчиков. Вернувшись домой, она почувствовала сильный запах алкоголя. На машине скорой помощи друзей доставили в районную больницу. Одному из них потребовалась госпитализация. Он находится в удовлетворительном состоянии. Второго отпустили домой. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.